мы видим Ленина, центральный выход на пляж. Такой скульптуры я Ленина раньше не встречал. Обычно у меня либо шапка, ну, вот этот, кепка в руках сжатая, либо рука протянута вверх на 11 часов. Но чтобы рука в кармане была, я такого еще не видел. На берегу пляжа находится старый причал, написано, почему-то он три семерки. Здесь тоже помню, что такое СССР. Но это СССР столовая. Но почему-то она закрыта, как и СССР закрыт. Вам никого не напоминает этот товарищ? В каждом городе, старинных городах, не маленьких провинциальных городах, есть водонапорная башня. Такая же башня есть и в Приморско-Ахтарске. Вы когда мутили жареное мороженое, значит вы не были, если не ели, значит вы не были в Приморско-Ахтарске. А здесь его жареным продают.